Ой, друзья, к стоматологу я сегодня не успела. Зато смотрите, какие у меня теперь модные очечки. Едем на ББ. Я коза рогатая и остальные участники. Чисто пикаперша. Я хочу сейчас с ним поговорить. Поговори. Вселенах и пожорка, а не Тимамутка. Ну скажи, что сексуальные твари. Сексуальные мрази. Сволчи. Сексуальные. Время вопросиков. Жду самые интересные. Дьявол существует. Это не просто карлик с хвостом и рогами. Он очень красивый. Ведь он падший ангел. Когда-то он был любимцем Господа. Закончилось ББ. Сегодня у нас была номинация. Очень устала. И вообще, не знаю, как мы успеем сейчас и покушать, и на лобно. И, в общем, бежим. И все убегало. Однозначно, да. Рост 1,76 м, вес 63 сейчас. Быть всегда уверенной в себе и ничего не бояться. Да, читаю, но не на все отвечаю. Да, и еще какая? Да, выдернула, хочу сделать еще себе виниры, вот рассматриваю сейчас стоматологов, в том числе и на бартерной основе. Ну и так смотрю. Да, есть такое желание, и думаю, что в скором времени я это сделаю. Мне нравится просто украшать себя, ничего в этом плохого не вижу. Считаю, что это очень сексуально и красиво. Да я со всеми хорошо общаюсь. Даже если они со мной нехорошо общаются, все равно как-то ко всем отношусь с пониманием. И лишний раз не затаиваю какие-то обиды. Когда почувствую, что это то самое, то тогда я буду строить. Работала в сфере подбора персонала. В принципе, у меня есть HR-агентство. И я буду в скором времени продолжать его продвигать, потому что есть желание в будущем стать международным HR-ом. Для этого нужно изучить языки.